Бумажные тюльпаны – вместо настоящих. Студенты и школьники города Оренбурга пытаются спасти вымирающий вид цветов. Мы проводим акцию по спасению тюльпана Шренка вместе со школьниками Оренбургской области. Вот, они нарисовали вот красивые плакаты. Мы также выпустили буклеты, чтобы раздавать это прохожим. Потому что тюльпан Шренка – это исчезающий вид в нашей Оренбургской области. Только в нашей Оренбургской области пригодна земля для его цветения. И нужно сохранить этот вид. Хотим призвать людей, чтобы они не рвали, не покупали ни в коем случае. Потому что вечером парочки у бабушек на Советской покупают. Не нужно этого делать. Проводим акцию по спасению тюльпана Шренка. Вот вам памятка. И не нужно рвать в полях и покупать у бабушек, которые вот стоят на Советском, вот здесь на рынке. Потому что это тюльпан находится на грани исчезновения, и просто-напросто потом они останутся в наших воспоминаниях, ваши дети, внуки уже такую красоту не увидят. Спасибо. Хорошо, спасибо. Возьмите, пожалуйста, рисунок. Мы хотим, чтобы такие рисунки и такие тюльпаны оставались и на рисунках, и на полях, чтобы наши дети, ваши внуки, правнуки также видели такую красоту. Пожалуйста, не срывайте их в полях, не покупайте у бабушек, которые продают. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Это у меня Ивановские сады. И вот первый раз пришла, я не могу продать. Вот такую красоту привезла, не могу продать. Это вот дачные или вот? Дачные, конечно, дачные. Такая красота. Это сортовые. Мало того, что дачные, еще сортовые. Мы призываем покупать бабушку, дачные тюльпаны. Здесь вот часто стоят люди, которые именно полевые вот тюльпаны срывают? Ну, я сегодня первый день, а вообще-то прошлый год были много очень. И много, да, прям вот такими ящиками привозили. Берегите тюльпаны Шренка, сохраните природу. Это исчезающий вид, занесенный в Красную книгу.